Делюсь рецептом шоколадного джема из слив. Он получается густым, с насыщенным вкусом и очень вкусным. Подойдет для блинчиков, оладушек или сладких тостов. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем слива в шоколаде. Сливы подойдут любого сорта, но лучше брать спелые, не твердые и не кислые. Шоколад предпочтительнее брать горький, темный, но можно попробовать и с молочным, рекомендую попробовать. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Сливы помойте, обсушите, удалите косточки и разрежьте на 2-4 части. Засыпьте сливы сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте на 4-5 часов, чтобы они пустили сок. Переложите сливы в кастрюлю, доведите до кипения на медленном огне и проварите полчаса, затем остудите. Жду ваших лайков и комментариев. Протрите сливы через сито. Шоколад мелко порубите, добавьте к сливовому пюре, на медленном огне доведите до кипения, проварите еще 10 минут, пока шоколад не растопится. Переложите горячий джем в чистую стерилизованную баночку. Приятного вам аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Слива 500 грамм, сахар 250 грамм, шоколад 60-70 грамм, количество порций 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, до новых встреч!